Каждый язык является уникальным хранилищем информации о говорящем на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о природе человека как биологического вида. На протяжении всей истории человечества происходило рождение одних языков и отмирание других. Однако в последнее время, в условиях глобализации и формирования информационного общества, процесс отмирания языков приобрел угрожающие размеры. По пессимистическим прогнозам ЮНЕСКО, при таких темпах к концу 21 века может остаться лишь около 10% существующих ныне языков. Задача сегодняшнего времени – это сохранение традиций, культуры, языка и традиционного быта всех малочисленных народов мира, в том числе народов Арктики, и представление их в мировом информационном пространстве в новой поликультурной среде общения 21 века. Это особенно актуально для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, языки и культура которых уже находятся на грани исчезновения. Осталось очень мало представителей коренных малочисленных народов Севера, полноценных носителей языка и культуры, и поэтому неотложной задачей является запись их языка и культуры на цифровые носители и представление в глобальной сети интернет для будущих поколений и для лиц, которые хотят изучать, сохранять и развивать свой родной язык. Этой важной и актуальной задачей занимается Центр цифрового культурного наследия СВФУ. Цель проекта – представить языковое и культурное разнообразие коренных малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в глобальной сети интернет, создать виртуальную среду для общения на родных языках на едином многоязычном арктическом портале arcticmegapedia.ru. На первом этапе реализации проекта в 2011 и 2013 годах были организованы экспедиции в места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха-Якутия для организации видео и фотосъемки уже исчезающих носителей языка и культуры – юкагиров, долганов, эвенов, эвенков, чукчи. Собранный материал использован в двух направлениях – создание цифровых образовательных мультимедийных DVD-дисков по языку и культуре коренных малочисленных народов Севера, создание общедоступного многоязычного портала arcticmegapedia.ru. На основе собранных материалов создано 18 очень содержательных образовательных DVD-дисков по языку и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Разработан мегапортал arcticmegapedia, на котором уже размещены практически все имеющиеся материалы. Первым народом, носители языка которого были оцифрованы и записаны на тематические образовательные компакт-диски, а также представлены в сети интернет, стали юкагиры. Несколько слов об этом проекте расскажет председатель Совета старейшин юкагирского народа Шадрин Вячеслав Иванович. С 2011 года Ассоциация юкагиров Республики Саха-Якутия и Совет старейшин юкагирского народа сотрудничает Центром цифрового культурного наследия Северо-Восточного федерального университета и реализует один из самых успешных проектов по сохранению юкагирского языка и культуры в киберпространстве на цифровых носителях. Этот проект на сегодняшний момент реализован в виде выпуска 18 дисков. Часть из них представляет учебные пособия по изучению юкагирского языка. Это разговорники, словари, различные озвучка различных учебных пособий и текстов на юкагирском языке. То есть звучит живая юкагирская речь, которая очень важна именно в наше время, когда у нас осталось очень мало носителей живого юкагирского языка. И часть материалов представляет собой материалы по сохранению юкагирской культуры, по его пропаганде и популяризации. Мы надеемся, что проект, который мы реализуем совместно с Центром цифрового культурного наследия, будет продолжаться и будет вносить большой вклад в сохранение и развитие культуры и языка нашего древнего народа. Работа по данному направлению показала большую востребованность проекта не только в Республике Саха-Якутия, но и в других регионах Российской Федерации, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера.
Данный проект также был представлен в марте 2013 года на 7-м съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проходившем в городе Салехарде. Он вызвал большой интерес и поддержку. Арктический многоязычный портал Arctic Megapedia.ru стал финалистом Дальневосточной интернет-премии «Стерх» в секции «Лучший некоммерческий или тематический проект Дальнего Востока» в апреле 2013 года. Следующим этапом реализации проекта с 2014 года стало расширение проекта на весь Дальний Восток. Были организованы экспедиции для записи на цифровые носители коренных малочисленных народов Севера – на Чукотку, чукчи и эскимосов, Камчатку, коряков и этельменов, в Хабаровский край – нанайцев, нигитальцев и удыгейцев. К сожалению, пока не удалось охватить все народы, но в ближайших планах намечается представление на портале всех коренных малочисленных народов Дальнего Востока, а в далекой перспективе всех коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Конечным результатом данного проекта является то, что единый портал www.arctic-megapedia.ru должен стать доступной, информационной, культурно-образовательной средой не только коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но и малочисленных народов, проживающих за рубежом.